Всем привет! Приехал на ремонт вот такой квадрик CF 625 туринг. И одна из жалоб была то, что двигатель перегревается. А перегревается он потому, что радиатор забитый вообще в хлам. Даже не везде просвечивается. Здесь всякий мусор, здесь вообще глина, грязь всякая. Ну и вопреки мнениям, что много разбирать, чтобы снять радиатор, есть вот такой один способ. Сверху здесь сам радиатор откручивается, два верхних болта с вентилятора сверху откручиваются, вот эта пластмасска убирается. Снизу также откручивается вентилятор. И дальше просто снимаем переднюю защитку, если есть. Четыре болта, лебедку. Отводим ее просто в сторону, вытаскиваем. И немножко оттягиваем кенгурятник. Колесо выворачиваем, и он сюда прекрасно выходит. Поэтому как бы никакого демора-то нету. Основной демор — это просто слить антифриз. И то я сливаю его с вот этого шланга с нижнего, потом воздухом выдуваю все. И все. Грубо говоря, радиатор снятый. Ну, сейчас буду продувать, чистить, мыть и уже устанавливать обратно. Обязательно закрываем крышку, чтобы говнище всякое туда внутрь не налетело. Вот уже начинает просвечиваться, уже значительно лучше, но все равно еще надо домывать. Сейчас попробую еще с водой, если не поможет, то уже с бензином либо с растворителем промывать. Вот продул, промыл радиатор. Теперь выглядит вот так. Соты чистые. Конечно, есть немножечко мусоринок, но 99% сот чистые. Ну все, теперь ставить и уже проверять. Ну, по-любому на месте то он перегреваться больше не будет,
Ну а на ходу клиент сам посмотрит. Ну, по идее, уже не должно.